На Гродзенщине подрыхтовка до выборов у мясцовые советы депутатов 28-го скликания проходит отповедно с календарным планом. Уже завершилась регистрация инициативных групп по сбору подписов у подтримку того те иншего кандидата. Решением территориальных выборщих комиссий затвержены и участки для голосования. Юра Корнялович об усім подробязней. Згодно з законодавством, вилучення кандидата у депутати ажитявляється трьома способами – від політичних партій, працівних колективів чи шляхом збору підписів виборщиків. А пошні, до речі, саме розповсюджені. Округовими комісіями вже зареєстровані ініціативні групи, яким видадені підписні листи. Збор підписів осуществляють тільки члени ініціативних груп. При себе вони повинні мати документ, удостовіряючий личність, удостовірення. В удостоверении заполнено его фамилия, имя, отчество и фамилия, имя, отчество лица, за которого он собирает подписи. Наступный не меньше отказный этап выборчей кампании – регистрация кандидатов. С 9 по 18 студеня выборчая комиссия повинны проверить все представленные документы и принять отповедное решение по каждой особе кандидата в депутаты мясцовых советов. Соответствующие территориальные комиссии, окружные избирательные комиссии по выборам областных депутатов, поселковые, сельские комиссии соответствующие будут проверять документы, поданные в эти комиссии. Каждый способ предусматривает целый пакет документов, который подается в комиссию. Декларация доходов, подписные листки, листы, заявление о согласии баллотироваться, анкетные данные кандидатов в депутаты. Параллельно с вылучением кандидатов у депутаты проходят мероприятия, связанные с организацией выборчего процесса у населенных пунктах. Так, отповедные территориальные комиссии затвердили колькость участков для голосования. Традиционно больше их в областном центре. Гродненской городской комиссии создано в городе 30 округов избирательных. Округа у нас одномандатные, и от каждого округа, то есть, идет один депутат. Комиссии дано согласие администрациям Ленинского и Октябрьского района на создание участков. В городе всего будет уже создано 137 участков. Створение участковых выборчих комиссий повинно быть завершено до 3 студеня. Нагадаем, что всего мясцовые советы депутатов разных уровней у Гродненской области будет обрано 2389 человек. Основной день голосования призначен на 18 лютого. Отдать свой голос можно будет так само и дотерминово у период с 13 по 17 лютого.